2013 году, вы, наверное, знаете, были выпущены национальные стандарты по качеству обслуживания пассажиров на вокзалах и в пассажирских поездах. И вот в рамках приведения в соответствие к этим стандартам у нас идет большая работа по модернизации существующего вокзального хозяйства. Буквально недавно порядка 250 вокзалов было возвращено в государственную собственность. И сейчас составлена большая программа. Вот по последним данным, в 2013 году был проведен ремонт 80 вокзалов в 2013 году. И на 2014 год планируется провести капитальный ремонт с модернизацией 38 вокзалов. То есть, что будет в первую очередь сделано? Во-первых, на всех вокзалах первого класса, так называемого, есть вокзалы внеклассные, это самые большие, у нас 5 таких вокзалов. И на всех вокзалах первого класса будут оснащены все комнатами для матери и ребенка, аптеками, необходимыми объектами обслуживающей сферы. Кроме того, появятся кассы, места для лиц с ограниченными возможностями. Ну, внеклассные вокзалы, у нас к ним относятся вокзалы на станциях Астана, Алматы, Караганда, Актобе. Это такие крупные вокзалы. В первую очередь, в свете того, что у нас предполагается проведение международной выставки Экспо, все эти вокзалы будут приводиться в соответствие с требованием безопасности. То есть это ставятся турникеты, ставится видеонаблюдение, будет все автоматизироваться вот в этом плане. Ну, на малых вокзалах это не сделаешь, потому что на малых станциях как бы нет условий для содержания таких объектов. А все крупные вокзалы первого класса и внеклассные будут приведены к этим требованиям.